Всем привет, у вас есть игровой канал Saints Gamers, меня зовут Павел, суть обзор модов для GTA San Andreas. Ну что ж, 262 выпуск, вот я сделал довольно-таки прикольный мод, который нам даст возможность готовить пиццу и продавать ее в пиццерию. Ну и что ж, давайте начнем, в принципе, готовить пиццу. Для этого нам нужно приехать в магазин 2014, ну я приехал вот в этот магазин, 2014 находится он вот тут вот. Заходим в него, чтобы купить продукты. Так, идем сначала вот сюда, вот. Я не знаю, что тут, по-моему, тут тесто. Нажимаем на кнопку G. Вы купили тесто за $26. Окей, тесто куплено, теперь идем сюда. Также нажимаем кнопку G. Вы купили колбасу, соус, помидоры и приправу за 48. Так, все. Продукты у нас куплены. Возвращаемся домой, чтобы, в принципе, готовить это все. Так, блин, мою машину сперли. Ладно, давайте поедем на Гринвуде. Чуваки, блин, извините. Вообще срочно. Пицца кипит. А, говнюк. Своего же начал стрелять. Вообще черт. Ладно, поехали отсюда. Так. Так, сейчас быстренько доедем, приготовим и продадим пиццу. Так, этот мод, в принципе, довольно-таки... Вот мне он нравится тем, что тут надо именно в разные точки мотаться и что-то делать именно. А то бывают обычно такие моды, какие-то говняные, на готовку. Что просто езди в одно место, закупи все, то там же приготовь это все и продай. Так, а вот этот мод довольно-таки прикольный, то что надо везде мотаться и все покупать и готовить. Так, все, мы пришли в наш дом, подходим к плите, нажимаем на кнопку G. Вы разогрели тесто, нам пишет. Так, потом подходим к тарелкам. Выслепили пиццу и положили ее в тарелку. Все, окей, пицца готова. Мы идем теперь в пиццерию продавать ее. Всего мы потратили... Так, опять Гринвуд сперли. Ладно, всего мы потратили, получается, на сколько? 26, по-моему, в первый раз нас взяли. И 48. И посмотрим, сколько мы сейчас получим. Так, поехали. Сейчас в ближайшую пиццерию тут съездим, тут где татуировки. Вот. Татуировки, там еще покраска. Так. Подходим сюда. Так, теперь нам нужно подойти ко второму продавцу. Так, тут сейчас чувак покупает, пока подождем. Так, чувак, давай быстренько расплачивайся и уходи. Все, окей, чувак получил свое. Мы подходим к чуваку и нажимаем на кнопку G. Вы продали вашу пиццу и получили за нее 200 баксов. Ну что ж, получили 200 баксов, а потратили всего... Так, 48 плюс 26, это у нас 68 плюс 6. 74, получается, всего потратили и получили 200 баксов. Довольно-таки неплохо. В принципе, так можно делать хоть сколько раз, пока вам не надоест. Если вы, конечно, играете без кодов на деньги, то неплохой заработок. Но хотя, в принципе, наверное, все-таки легче людей убивать, с них и то больше падает. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки прикольный мод. Он чем-то даже интересный. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.